Доброе утро всем. Ничего не меняется, все так же темно, но сегодня радует то, что температуру показывает минус 3. Сейчас позавтракаю и пойду прогревать машину, потому что стоит уже 2 дня, все замерзло, вчера заказов не было, а сегодня сяду в машину и буду сидеть и ждать заказ. Нужно взять заказ, потому что вчера заказы были, но не здесь, не в моем районе, далеко. А сегодня, может быть, будет. Был вчера один заказ в моем районе, на который я в прошлый раз ехал, но я уже говорил, что его дали в 3 часа, а нужно было приехать туда уже в 3. То есть, то ли сама программа накосячила, то ли это заказчики так поздно выложили, я не знаю. Ну, брать я не стал, потому что за опоздание штраф платить не хочется. Так что вот такая сегодня у нас погодка. Не знаю, что делать пока с объявлениями, которые нужно клеить на подъезд. Сегодня созвонюсь, наверное, с девочками и решим этот вопрос. Что делать? Потому что вдруг завтра они не приедут, а мы расклеим объявление. И введем соседей в заблуждение. Тоже не хочется так поступать. Ну ладно, посмотрим сегодня, что и как. А сейчас тогда будем завтракать и собираться. Шел небольшой снежок. По погоде пока не могу сказать. Мне кажется, что холодно. Даже несмотря, что минус 3, потому что сильный ветер. Время 12 часов, только сейчас вышел. Сейчас пойду прогревать машину. На тот случай, если будет какой-то заказ. Пока ничего такого стоящего нету. Разговаривал сейчас, звонил Женя. Мама племяшика. Рассказывала, как мой брат отмечал день рождения. Это, конечно, был какой-то умора. Это просто кадр. Что он там навытворил. Но, слава богу, все закончилось хорошо. Он просто уснул и лег спать. Вот, сейчас прогрею машину, посмотрю, что есть по заказам. Сегодня еще планирую зайти в ленту. У них сегодня 40% скидка на бытовую технику. Мне кое-что нужно там посмотреть. Да, очень холодно, потому что вот я еще только вышел, а у меня уже замерзла рука. Так что сейчас быстренько в машину. Будем прогревать, смотреть, что есть. Потом попробую все-таки позвонить на телевидение и узнать, приедут ли они завтра. Чтобы мне успеть сегодня наклеить тогда объявление. А если не приеду, значит тогда и клеить ничего. Ладно, в общем, посмотрим, как дело пойдет. В общем, ребята, не стал я ждать, искать телефоны. У меня был адрес электронной почты, на который мне, с которой мне писали с канала 78, вот Надежда. В общем, я ее сейчас написал, и она мне тут же сразу перезвонила. Представляете, вот буквально прошло минута 3, наверное, пока я прогревал машину, и она мне сразу отзвонилась. В общем, были они в нашей управляющей компании «Доверие». И те предложили, представляете что, они предложили завтрашнее собрание организовать у них в фирме, то есть чтобы было тепло. Они хотят нам показать какие-то документы, что у них все чисто, все в порядке. Но, ребят, я эти документы видел уже не первый раз. Эти документы – это липа. Это липа, потому что нам приносили, вот когда было в прошлом году собрание, нам приносили отчеты. И в этих документах прописано, что все пластиковые окна на лестничных клетках, они уже установлены. А у нас они установлены только на 2 этажах. И в 2 последних, в 3-м и в последнем подъезде только поставили целиком все окна. У нас окон нет. Плюс там какие-то были бумаги, связанные с тем, что делали в 3-м подъезде ремонт лестничной клетки. И на это потратили 468 тысяч. Я спрашиваю у жильцов с 3-го подъезда, они говорят, ничего нам не делали. То есть все эти бумажки, Филькина грамота, они хотят, чтобы пришли 3 человека, ну, грубо говоря, старших из моего дома, ну, я, например, да, там, из 34-го. Они сделают все так, что мы вот такие 3 ненормальных сумасшедших человека, которых что-то не устраивает, пришли к ним в управляющую компанию, а они такие белые пушистые, у них все хорошо, у них все замечательно, и они как бы не при делах. И мы еще останемся, как бы, извините, не с хорошей стороны нас покажут. Нет, я сказал, что давайте собираться возле нашего дома и 30-й, и 34-й дома, чтобы все подошли к 6 часам, и пускай они приезжают сюда. Изъявил желание приехать в водоканал. Я не знаю, зачем. Ну, пускай приезжают, мы с водоканалом тоже переговорим, потому что я ни разу не видел в нашем подъезде, ну, в нашем доме водоканал, чтобы что-то делал. Не знаю, для чего они нужны, мы их не звали.
Вот, так что я предложил Надежде, чтобы приехали телевизионщики сюда, и если изъявят желание управляющей компании приходить, пускай приходят. У них у всех есть дорогие машины, они все на машинах, пускай приезжает сюда начальство или замначальник, не знаю кто. И мы все соберемся двумя домами, потому что мы хотим изъявить желание и выдвинуть свои требования, что мы хотим перейти в ЖКС номер один. И они не имеют права нам отказать, понимаете? Но когда ты приходишь к ним туда, они тебе говорят, что нет, мы не хотим. Мы не дадим вам возможности перейти в ЖКС. А здесь уже на камеру они не смогут этого сказать. И это будет уже официальным заявлением в средствах массовой информации, что мы отказываемся официально. И чтобы жильцы подтвердили, что не только мы три человека изъявим желание уйти, а чтобы там много народу, все те, кто придет, чтобы было понятно, что мы хотим. Мы хотим перейти в ЖКС номер один. ЖКС номер один нас берет. Вот и все. Так что сейчас я отправляюсь домой. Возьму объявление, пока светло. Все это наклею, чтобы люди могли к завтрашнему дню приготовиться. И будем ждать, что будет завтра. Так что вот так, ребята. Надеюсь, что все будет хорошо. Сейчас захожу в подъезд, и приходит плотник с доверием. Я говорю, а что вы хотели? Пришел, что-то проверил, внизу в подвале заглянул, что-то себе записал. В соседнем подъезде стали заделывать дыры, где крысы. И сейчас он пришел, не работает лифт. Посмотрим, сколько лифт будет не работать, если сегодня сделают лифт. Если нет, то вот это еще плюс к тому, что ничего не делают. Не знаю, посмотрим. Но сейчас вот утром лифт работал, сейчас нет. Ладно, сейчас возьму бумажки и наклею. Но в лифте пока наклеить не получится, потому что лифт не работает. Ребят, вот последний дом, 34-й, на котором я наклеил объявление. Вот у меня еще осталось у меня две штучки. Я одну еще не повесил у себя в лифте. Вот, и одна будет как запасная. У меня уже просто замерзли руки, потому что на улице очень холодно, а в перчатках клеить неудобно. Ну, в общем, наклеил. Кто придет, тот придет. Посмотрим, что будет завтра. Смотрите, вот сделали вот такую показуху, вымыли лифт, написали новые циферки в лифте. Вот, сейчас, секунду. А когда я сейчас поехал в лифте, лифт доехал до третьего этажа, остановился, погас свет на какое-то время. А потом он снова начал работать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что лифт в неисправном состоянии. Но никому это не надо, лишь бы только навести марафет. Так что об этом завтра тоже скажем. Время 4 часа. Я сейчас отправляюсь в ленту. Не получилось у меня сегодня ничего по заказам. Не было стоящих заказов таких в нашем районе. Ну, было пара заказов, но там нужно было связываться с деньгами. Там, короче, заморочка с деньгами. Не стал я этим заниматься. В общем, поклеил пока только объявление по всем подъездам, по своим жильцам прошел, там сказал, чтобы завтра пришли, там еще пришла соседка. У нас, понимаете, еще что, в некоторых комнатах тепла нет, и в ванной нет тепла. И люди жалуются, что очень холодно и нет тепла. А сантехники говорят, извините, у нас все включено, а проблемы решать не хотят. В общем, вот такой бардак везде. Сейчас отправляюсь в ленту, там у них сегодня 50% скидка на бытовую технику. Это уже не телевизор, мне надо кое-что другое посмотреть. Кстати, с телевизором теперь мой брат свою жену, ну, Женю, с которой мы были, терроризирует. Говорит, ну и где мой телевизор? Ну, подкалывает ее. Зачем так делать, я не понимаю. Ну, у нас такой вот человек с такими подколами. Так что вот так, я сегодня еще написал объявление в группу нашу, чтобы могли прийти жильцы с других домов. Поэтому я отказался идти в управляющую компанию, чтобы мы все там собирались. Пускай приезжают к нам. Если есть у них какие-то к нам претензии, вопросы, пусть приезжают к нам. Ладно, завтра будет эфир, посмотрим, что и как. На улице сильный ветер, прям вот на голове волосы дымом. А, трамвай идет. Все, я поехал, ребятки. Что, я пришел в ленту, давайте посмотрим, что тут есть такого интересного. Раньше были, а сейчас нет. Так, что у них? Прибор для пончиков. А, это я так понимаю, делать пончики. Ну, это все фирма Home Club. Вот они разных цветов. Что-то все какое-то такое хрупкое. Так, тостеры по 1599. 2499. Тостеры тоже скидка. Это что? Кофемолка. Ну, это как у нас была советская. Так, это что? Это у нас мороженица. Я даже не знаю, как она работает, что она вообще делает. Ну, видимо, что-то делает. Так, это что? Шейвер для крошки льда.
Так, шейвер для крошки льда нам тоже не нужен. Здесь всякие блендеры. Это у нас мультиварки, но мультиварка у нас есть, мне она не нужна. А мне нужно, знаете что? Мне нужна кофемашина. Кофемашина. Так, вот чайники здесь есть, кстати, но это все электрические чайники. Электрические чайники. Так, что тут? Безумные скидки 40%. Это все Скарлетт, это блендеры, чайники. Электрический. Кстати, все такое какое-то хрупкое, тут барахло какое-то, честное слово. Нет. Но Скарлетт не всегда была такая не очень хорошая фирма. На мой взгляд, все, что от Скарлетта мы не покупали, все ломалось. Так, умный духовой шкаф. Так, но это пока не все то, что мне нужно. А, вот. Вот. Кофеварка эспрессо. 5000. Стоило 8420. Вот, но это кофеварка. Мне нужна именно капсульная машина, потому что кофеварка как-то я не очень. Нету, походу. Такого что-то ничего нет. А здесь у нас что? Ну, здесь у нас всякие электрические щипцы и так далее. В общем, ладно, сейчас спрошу продавца. Если капсульные машины есть, то есть. Если нет, значит нет. Ничего я в ленте не взял. Ничего не было того, что мне нужно. В основном это акция на фирму Home Club и Scarlett. Это всякие там обогреватели, потом блендеры. Вот. Ну вот кофемашина была, кофемашина. Но мне не интересует кофемашина, мне нужна капсульная машина. Вот, так что ничего такого нет. В ленте ничего не покупал, вот трактор шумит, снег чистый. Так-то в ленте ничего не покупал, потому что мне ничего не надо, у меня все есть. Вот, да и в ленте уже очень много народу. Ой, даже не пройти. Я вот единственное не понимаю, что он делает. Он просто трет щеткой посуху по льду. Что от этого? Смысл какой-то? Я не понимаю. Все равно скользко. Надо лучше песочком посыпать, а не щеткой скользить. Так что вот так. Ничего там нету. Ладно, буду искать, где можно купить капсульную машину. Хотелось бы такую недорогую, но более-менее приличную. Но здесь нет. Я просто почему сюда поехал. Я помню, в прошлом году продавались капсульные машины. Не помню, правда, какой фирмы. Но известная какой-то фирмы, по-моему, от Якобс, что ли. Там сразу были капсулы вот эти кофейные. Вот. И все это. И что-то стоило это недорого. 2900, по-моему. Вот. Но в этом году что-то нету. Ладно. Ой, как раз опять трамвай идет. Сейчас, если успею, то сяду. В общем, ребята, чувствовал, что я. Что будет не так гладко. Но не ожидал, что так плохо. В общем, сейчас звонила девочка, с которой мы в прошлый раз были на предыдущих съемках, вот этих пробных. В общем, сказала, что все, кто был на съемках, никто не придет. Все почему-то резко испугались. А сейчас она мне написала, что все объявления, которые были расклеены в подъезде, они все сорваны. В общем, сейчас выйду, посмотрю, что там происходит. Ребята, мои объявления кто-то отклеил и повесили вот такие новые. Все-таки решилась девочка повесить, за что ей большое спасибо. Вот, а мои объявления кто-то склеил. В общем, ребята, моих объявлений нету. Они все отклеены. Приклеено то, что клеила девочка. Сейчас встретил своего дворника. Я говорю, скажи, ты отклеил? А он что-то стал не по-русски тут же говорить. Сразу как-то не по-русски он заговорил. Сказал, я ничего не знаю. Я же, говорит, здесь все убираю. Зачем вы все это обклеили? Не знаю, кто это делает. Точно не могу сказать, чьих это рук дело. Ну, в общем, чувствую, что завтра будет что-то такое прям жесткое. Я уже, конечно, жалею о том, что я связался с этим совсем, потому что я так понимаю, что никому ничего это не нужно. Да, вот все объявления, все склеены. Все, что я ходил сегодня обклеивать, все отклеено. Ладно, посмотрим, что завтра будет. Пойду еще до соседнего дома схожу, посмотрю, там тоже склеили или нет. В общем, в соседнем тоже доме мои объявления все склеены. Приклеены те, что вот девочка приклеила. Моих объявлений нет, все склеено. Ну, в общем, сейчас за вечер, если эти объявления еще повисят, сейчас люди будут возвращаться с работы. В общем, кто успеет, тот прочитает. Не знаю, чьих это рук дело.
Я думаю, что, скорее всего, это дворник, это 100%, потому что вот... Ну, он сейчас сказал, зачем вы это делаете, если я все убираю? То есть он просто, видимо, побоялся, что его уволят с работы или еще что-то с ним сделают, не знаю. Как говорится, у меня уже голова никакущая. Я уже не понимаю, уже, что происходит. Настроения нет никакого. Кстати, начал смотреть фильм «Дурак». Мне вот девочка, с которой я сейчас общался, она мне посоветовала посмотреть этот фильм. Это как раз про человека, который вот так же все добивался, а толку от этого ноль. Ну вот я начал кусочек смотреть. И она мне как раз сейчас позвонила и сказала, что объявления все содраны. Я вышел посмотреть, что и как. Сейчас приду домой, досмотрю. В общем, как-то, не знаю, никакого желания у меня нет абсолютно ничего больше делать. Ну ладно, все равно уже все собрали, все уже как бы, ну, кто знает, тот придет. В общем, посмотрим, что завтра будет, сколько народу придет, что решим. Вот, но мне сказали, что, мол, лучше, если придет мало народу, сказать просто спасибо телеканалу, мультиканалу, так нужно сказать спасибо. И сказать спасибо управляющей компании за то, что они отреагировали. Ну, управляющей компании спасибо я говорить, конечно же, не буду. Не за что мне им сказать спасибо. Ну, а телевидению скажу. В общем, ладно, чего смысл сейчас вот это все говорить. Посмотрим, что завтра будет. Как говорится, будет день, будет пища. Так что вот так. А на этом, наверное, я сегодняшний свой день уже закончу. Потому что уже нет настроения, ничего больше не хочу снимать. Всем я вам желаю всего самого хорошего. И спокойной ночи, ребятки. Всем пока-пока.